Всем привет! Сегодня в этом выпуске, как и обещал, проведем небольшой эксперимент и проверим, можно ли устранить шум и вой коробки передач без ремонта и замены масла. Итак, погнали! А в роли подопытной машины будет всем полюбившаяся Таврия, над которой мы уже давненько не экспериментировали, и она уже почти вросла в землю. Двигатель уже весь порос травой и паутиной. Надеюсь, он запустится, а то наш эксперимент закончится, так и не начавшись. Убираем запаску. И видим, что вместо аккумулятора кирпич. Но не беда, специально для своих подопытных машин я прикупил новый аккумулятор марки Taxon. Это АКБ турецкого производства и отличается повышенной надежностью. И известно в нашей стране уже более 10 лет. Как раз то, что нам нужно. Подключаем. Включаем массу, убираем лишнюю траву, подкачиваем бензинчика и пробуем запускать. Наконец-то, а то я думал, уже эксперимент потерян. Кстати, друзья, хоть эти аккумуляторные батареи производятся в Турции, но в разработке батареи участвуют наши специалисты. И батареи проектируются с учетом жестких требований ГОСТов. Поэтому аккумуляторы Taxon удалось полностью адаптировать под наши непростые, а порой экстремальные условия эксплуатации. Если что, ссылочку на сайт производителя оставлю в описании под видео. Рекомендую. А для продолжения эксперимента осталось только колеса накачать. Готово. В Таврии шумит и воет пятая передача, и перед началом эксперимента давайте замерим уровень шума. Имитацию движения будем проводить на месте, и домкратить будем сразу два колеса. И так как у меня всего лишь один домкрат, для этого случая приобрел еще точно такой же со страховочным устройством. Итак, передок поддомкрачен, противооткатные упоры и страховочные опоры установлены, можно начинать. Включая все передачи по очереди, с первой по четвертую, слышно, что воя нет. А вот включив пятую, этот противный вой появляется. А уровень шума колеблется от 80 до 83 дБ при вращении колес где-то 45 км в час. Чтобы начать эксперимент по устранению воя коробки, откручиваем заливную пробку. Оп, надо машину снять с домкратов, а то выливается масло. Поддомкратил машину справа, чтобы масло не выливалось. И будем заливать Rutec Master концентрат, который мы с вами лили в моторное масло и оживляли двигатели, и устраняли шум от гора на Ford Focus. Применять концентрат будем по инструкции. На 1 литр масла нужно добавить 5 мл концентрата. И так как в этой коробке чуть больше 2 литров масла, залью чуть больше 10 мл концентрата. Взбалтываем хорошенько. Набираем концентрат в шприц. Заливаем в коробку и закручиваем пробку. После заливки нужно проехать 25-30 км и дальше эксплуатировать машину в обычном режиме. Концентрат мы залили на пробеге 17,5 км на одометре. Посмотрим, на каком пробеге что-то изменится. И изменится ли. Спустя 10 км работы коробки, все вроде без изменений. И также воет. Спустя 11 километров вой стал вроде бы меньше и пропадает на долю секунды. Интересно. Вот, послушайте, вроде мне не кажется. Да и замеры показывают, что снизился шум. С
Спустя еще 12 километров вой практически исчез и сменил тональность. То есть эффект стал заметнее спустя 33 километра. Показания шумомера на этом пробеге колеблются от 71 до 73 дБ. А было 80-83. Недурно. Снижение на 10 дБ. Значит, работает Рутек в коробке. Вот такой эксперимент у нас сегодня получился. Надеюсь, друзья, вам понравилось. А как вы решали вой и шум на своей коробке передач? Поделитесь этим в комментариях. Интересно узнать. А на этом у меня все. Всем удачи и добра. Пока.